Здорово! Как твои дела? Ебать, а я тут летаю, нормально, да? Суба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием SCP. Настало время ее допройти. Да. Мы с тобой нашли вот этот ключ, при помощи которого любая дверь, которую ты открываешь, отправляет тебя в мир, в котором обитает, по-моему, какая-то ебака. Я не помню какая, но она похожа, по-моему, на пса или что-то такое. Здесь, по крайней мере, фени нету. И нам осталось, вообще говоря, что? Нам осталось с тобой найти компьютер и этот компьютер выключить. И все. Ебат. Вот это я волшебник, короче, отправился в лес. Просто дверь в Хогвартс. Ой, нет, дверь в Нарнию. Сейчас, ну, а, да, нам придет еще лев. Я не помню, я не читал, не смотрел Хроники Нарнии, поэтому я не знаю, как там льва называют. Но он там типа супер крутой какой-то. И вот сейчас к нам придет какая-то ебака хуяка и будет нас пытаться убить. Вот, да, ну, да, похож на льва. Лев уже не тот, скатился и пытается убить людей. Но пока я никого не вижу, если честно, так что в принципе плевать. По-моему, он там, вот сзади. Мне что-то кажется так немного. А, ну, бля, ты что, охреневший? Край земли, дамы и господа. Мы нашли с тобой. Вот это вот ебака, ты видел ее? Что? Ну, это депрессивненько, если честно. О, я что-то вижу. Я что-то вижу. Да охерительно, блин! Здорово! Как твои дела? Ебать, а я тут летаю, нормально, да? Привет, я прилетел. Или я кругаля опять навернул. Я не знаю. Я, короче, SCP, походу. Самый SCP-шный SCP. Даже та котейка от меня свалила. Она такая, о, да ну нахер! И ушла отсюда. Ну, пойдем направо, ладно. Это, наверное, здесь особая какая-то SCP-шная хрень. Подожди, я обратно вернусь? Так, наверх я подняться не могу, окей. Пока она меня просто боится. Пока меня вот та ебака просто боится. Она, да, она похожа немного на йоту, на самом деле. Сейчас начнет мне что-нибудь заливать. О! О, мы нашлись. Сейф. О, крипота пошла. Бля! Сука! Извини, что назвал тебя йодой, прости меня, пожалуйста, минус горло просто. А я ж сохранился прям возле нее. Привет! Подожди, 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 подожди! Давай! Это все, да? Это конец! Да, это конец! Эй, смерть! Ебать! Все, это смерть! Так ладно, давай не останавливаемся. Идем налево, идем налево, идем налево. Просто бежать со всех ног, бежать со всех ног, вдруг не догонит, вдруг не догонит. Ага! А что мне с ним тогда делать? Как мне его прогнать от себя? Что, драки хочешь? Не хочет. Не хочет. Ладно, давай тогда пойдем направо. Давай пойдем направо. А ну, вот это парень, вот это вот я, чисто я. После вот этого вот уровня я буду сидеть просто в углу и буду плакать. Так, беги, 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 беги. А можно мне как-нибудь разогнаться? Плохое сохранение, понятно. Попытка номер два. Просто не пошло. Просто не пошло. Бывает. Бывает. Загружаемся снова. Просто убил прохождение, прикинь? Красава я. Убил прохождение. Вот ты такое умеешь. Знаешь, некоторые убивают свои ноги. Некоторые убивают свой организм. Некоторые убивают прохождение. Вот это сделал я. Теперь бежим налево и после этого бежим направо. Да? Да, я знаю, куда нам надо бежать. Хорошо. Вот до сюда добегаем. Здесь у нас край земли, да? Нет. В смысле? А был край земли? У меня край земли спездили, прикинь? Прикинь? А, вот он. А, вот оно, что такое край земли. Понятно. Это просто тупичок. Да-да, ладно. У нас, прикинь, в прошлый раз просто раунд не загрузился нормально. Просто уровень решил послать меня на юг. Отлично, отлично. Кирпич, смотри, кирпич пытается покончить с собой и упасть в упор. Ты чё там глазами зыркаешь, Слышь, иди отсюда, сейчас я тебе твою рожу начищу. Ну, спускайся сюда. Ты куда побежал, трусливая ты швабра? Эх ты, трусливая непонятная чмырина. Ой, меня начали писать в скайпе.
Я кому-то нужен. Ей! Ей! А что мне делать с ним тогда, когда он за мной бежит? Если он бежит за мной, ну это все, это кранты, это вешайся просто. Ничего не сможешь с этим поделать, правильно? Или сможешь? Я не буду оглядываться назад. Я не буду оглядываться назад. Походу, чем... Да ты тут... Серьезно? Опять? Сколько можно? Кто пиздит мою локацию? У меня просто взяли и кусок локации сперли. Ну охренеть теперь. Живешь, живешь, хоп, землю своровали. Нормально так. Хорошо живем. Без земли. Здорово. Чисто ровненько. Что это такое? И сейчас тут записка, и до записки написано. Тебе пиздос. Прощай, братан, ты мертв. Потому что за тебя и бака. Вот я почти уверен в этом. Так, давай я... Стойте. Круто. Давай я сделаю вот так. Да подожди. Вот, вот, что написано. Я читаю, не мешайте. Что-то происходит неправильно. Момент, когда я вошел в лес, коммуникация потеряна. Моя голова и... Мой хедсет, ну типа наушники, играют музыку. А где моя музыка? Слышь, ты что, охренел? А моя музыка где? Кстати, а что навигатор? Навигатор не знает ничего. Ладно. Моя музыка... мои наушники играют музыку. И это меня успокаивает. Отлично. Я рад за тебя. Какую музыку... А почему нам никакой музыки не играют? Я тоже не против. Типа там, я не знаю, какого-нибудь... Хоп, хей, ла-ла-лей, тебе пиздос сейчас будет. В этом лесу тебя убьют. И никак ты не спасешься. Хоп, хей, ла-ла-лей. Но я куда-то пришел. Стоп! Подожди. Я кругаля навернул? Депрессивненько! Это что происходит? Добрый вечер! Здравствуй! Нормально. А я-то думаю, что за шум? А я правильно прибежал или нет? Ну, наверное, правильно на самом деле. Но здесь же его не было. Куда-ка проверю. Да, правильно прибежал. Отлично. Класс. Прибежал просто. Прибежал, меня сразу определили. Сразу вот так вот хлоп. И определили, куда надо. Музыка успокаивает. Музыка смерти, сука. Сразу просто нам дали музло. Насмерть. Хоп, хей, ла-ла-лей, тебе сейчас будет пиздец. И ты никуда никогда от этого не сбежишь. Хоп, хей, ла-ла-лей. Эта музыка успокаивает. Андрей, это Омск? Наверное. Я никогда там не был, но, судя по рассказам, вот примерно это мне и напоминает Омск. Нет, знаешь, мне это напоминает не Омск, мне это напоминает... Какой там еще один город? Я что-то вылетел из головы. Ну, короче, еще какой-то город жесткий. Детройт, я не знаю, какой-нибудь. Там, типа, знаешь, тоже бандитство всякое есть. Вот это бандит бегает. Собака-бандит. Слушай, а сзади есть? Опа. Сзади никого нету, ништяк. Здравствуйте! Сохранились? Поехали. Добрый вечер. Я диспетчер. Ой, не-не-не, кот не нужен. Сука, хватит пугать меня, ебака. Вы заказывали кекс на вечер. Так ты, шо в жопу? В жопу пошел. Я тебе говорю, в жопу иди. Блин. Так, ладно. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай, ты сможешь. Пути, лилипути. Ты ничего не сделаешь, братан. Отлично. О, электрический центр, хорошо. А, закрыть можно? Соси свою маску, мудак! Ха! Лох. Так, сохранились, хорошо. Видал? Ты же знал, ты же... Челябинск, точно. Сори. Кто что-то рассказывает. Обиделся, наверное. Тут вроде бы никого нету. Найс. Ну давай я сниму тогда одежду. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Что у нас? Ага. Что у нас здесь? То как-то тут не густо. Ебать тебя! Я только что слышал какой-то звук. А, это этот дятел пытается в дверь зайти. Я думаю, вот слушай. Он говорит, я могу тебя видеть. Ну и дебил же, ну. Воображение какое богатое. Так, ладно. А что мне надо сделать здесь? С этим новым модулятором, улучшение, которое мы сделали, нет причин волноваться. Ладно.
Интересно, не буду читать. Так, вырубаем вот это. Свет, свет. Вырубаем. Вырубаем. Нормально. Я надеюсь, я сделал все правильно. Дайте мне свет. Ой, я появился свет, хорошо. Опа, здорово, это что? Что за надпись? Ну-ка, давай чекнем, что за надпись. Что мне выкинуть? Батарейку сюда. Что пишут? Мы поменяли систему кабеля в секторе 2. Эти... Блядь! Я не знаю, я какой-то сегодня пугательный. Мне показалось, будто оттуда сейчас что-то... Я чуть не закончился. Мы поменяли, короче, кабели в лифте в секции Б. Кто-то должен сказать всем, что это безопасно снова использовать лифты. Обманываешь. Наябываешь, как дышишь. Поехали. Смотри, этот дятел там пытается меня загипнотизировать своим офигительным голосом. Ну смотри. А он может меня через стену? Понятно. Так. Давай, давай, давай. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Давай! Тут место побольше, мы с тобой побегаем. Хватит меня пугать, заеб! Где ты? Доктор, ты дятел, что ли? А ну сюда иди. А, вот он. Ну ты пуся, куда потерялся? Давай сюда. Давай сюда. Ебантейка, ты куда пошла? Куда ты? По-моему, я его ввел в депрессию. По-моему, этого доктора я ввел в депрессию. Возможно, доктор понял, что все его научные степени, которые он получил за последние годы, вообще ни хера не стоят. И он все равно будет работать работником Макдональдса. Все, что он будет делать, это раздавать всем Макдаки, Бигмаки и так далее. И вот теперь он понял, что его жизнь это абсолютно бесполезная хрень, и он идет в стену. В честь этого. Это он празднует. Слышь, сюда иди. Не все так плохо, доктор! Ты можешь найти какую-нибудь другую работу. Ты можешь ютубером стать. О, смотри, сразу активировался. Да-да-да-да-да. Оп, замансивал. А теперь я его здесь закрою. Сосай-масай, маск свой лапзай. До свидания. Отлично. Так, а это что вообще? А, это... Блядский ползун. Так, там Антел Фокс. Там Фокси лазит. Они кого-то сделали. Они что-то сделали, кого-то сделали. Депрессивненько! Ладно, поехали. Так, теперь я надеюсь, эта ебака меня не поймает. Вы одели маску, вы чувствуете себя лучше. Да я всегда чувствую себя лучше, когда одеваю маску. Вот этот чумной доктор тоже так считает. Одел маску и считает себя лучше. А на самом деле он понимает, что он в депрессии. Вот так вот, вот это вот происходит, когда ты долго пытаешься избежать своих негативных ощущений. Когда ты бежишь от того, чтобы реально подумать над своими проблемами. И вместо того, чтобы решать проблемы, ты думаешь над тем, как их избежать, понимаешь? Вот что происходит в этом случае. Ты просто рано или поздно на тебя накатывает, накрывает просто депрессотой, и все. И ты идешь в стену, как ебантяй, понимаешь? Вот что происходит, поэтому нужно решать проблемы. Не нужно думать о том, что все проблемы решатся сами. Решай свои проблемы потихоньку, полегоньку. Пытайся, потей. Это будет трудно, это не будет легко. Да, ты тысячу раз себя проклянешь, пока ты будешь это делать. Ты будешь думать, что ничего не выйдет, но выйдет. Все выйдет, все будет хорошо. Главное, пытайся, и тогда все будет хорошо. А иначе ты уйдешь в депрессию и будешь идти в стену. Понял меня? Понял меня, все отлично. Пойдем. Так, теперь нам нужно найти что? Компьютер. Мне нужен компудахтер. Так, тут ебаки есть. Ебаки! Всем выйти из сумрака. Ой, 049. Ой, навигатор. Ой. Ой. О, уточка! Кря-кря! Хорош. Да хорош ты дышать. Не дыши, дурак, что ли. Ты что, забыл? Те, кто дышит, те всегда умирают. Так. Мне нужен компудахтер. Добрый вечер, я диспетчер, где компьютер? А то я дам вам в печень. Быстро отвечайте. Так, компудахтер, по-моему... Ага, я помню, где он. Я помню, где он. Доктор, доктор. Хирроктор, мне туда не надо. Нет, мне вот сюда вот надо. Ебаки нежные существа, да не сказал бы. Здорово! А уборщица опять! Ну ты заебала, Мария Семеновна! Мария Семеновна, давай сюда! Давай сюда! Давай сюда! Заходи!
Заходи, 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 заходи. Ути, пусечка, давай. Давай, 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 давай. Ути, хорош. Молодчина, молодчина, молодчина. Теперь обходим. Оп, до свидули. До свидули, до свидули. Ты открывать дверь не умеешь, надеюсь? Какая не... Ты охуевший! Спокойно. Так, я что-то слышал только что. Да опять уборщицу! Сколько вас здесь можно-то? А, там еще и нытик. Отлично. Прости! Ну давай обнимемся, ладно. Давай обнимемся. Беги сюда, беги сюда. Давай обнимемся. Давай! Давай! Ну! Да давай! Хорошный! Не ной! Не ной! Ты мужик или кто? Мужик или кто? Да, ты дрыщ! Да, я понимаю! Да, я понимаю, ты хотел быть качком! Я затронул его за слишком такую проблемную вещь. Крики интроверта, да! Это вот типикал интроверт. Так, смотри, вот как надо действовать с интровертами. Вот, понял? Понял? Вот так вот надо действовать с интровертами. Если они не хотят с тобой разговаривать, не разговаривай с ними, и все. Игнорируй. Так, подожди. Подожди. Где компьютер? Компудахтер, он не здесь, по-моему. Я, если честно, не помню. А, здесь. Компудахтер. Компудахтер здесь. Да ты заеб, опять уборщица тут, мужик. Уборщица, убери мужика. Тут мужик. Вам нужна карточка. Ага. А можно закрыть, пожалуйста? Уборщица, не мешай. Сосай, лазай. Лобзиком себе лобзай. Так, что у нас здесь? Сюда что? Вы сунули сюда свою руку, но она сказала тебе иди нахуй. Хорошо. Здравствуй, компьютер. Так. Человек. Слушай внимательно. Тебе нужна моя помощь. А я нужна... Мне нужна... Ты вырубил двери. Я тебе расскажу. Здорово. Все. А, он говорит, короче говоря, ты сломал систему... Ну, у меня была система открывания дверей. Ты ее сломал, уебок. А, иди обратно почини. Иначе я тебя убью. Депрессивненько, но вот так вот есть. Поэтому я сейчас пойду опять обратно включать дверь, и мы с ним типа договорились. На самом деле, мне кажется, что он меня обманет. Поэтому можем сначала попробовать пойти на дверь и посмотреть. Здравствуй, уборщица, ты еще не убрала. Это что такое? Тебе за что платят? За что тебе платят? Тут труп, здесь грязь. Сука. Она меня ударила. Ну дурная же, ну. Вот дурная же. Ладно, ладно, не буду тебя отчитывать. Пойдем. Пойдем, уборщица. Пойдем со мной. Пойдем со мной, няшечка. Пойдем, пойдем. Так, значит, возвращаемся обратно. Блядь! Я ж тебя закрыл, ты что, охеревший, что ли? Ладно, пойдем обратно. Уборщица, не тыкай меня. Не тыкай меня. Да пошла ты отсюда вон. Давай сюда, ну. Он опять в депрессию ушел. Подходи, 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 подходи. Отлично. Идем, 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 идем. Давай, давай. Тут еще уборщица, не огорчайся. Уборщица тебя... Она не пошлая, она ничего не сделает. Да давай сюда, ну. Ты заеб. Во, хорош. Так, отлично. Теперь раз, два, три, четыре, пять. Замансили, ушли. Теперь... До свидания. Сосай, масай, маск свой сосай. Хорош. Он еще и дверь с тобой закрыл. Вот это, конечно, молодец. О, он родил надпись. Молодчик. Это он родил? Подожди, дай прочту. Дай-ка читану. Да блин. Фу, дай почесть. Господи, я думаю, что земля... А, нет, мы это читали.
Он говорит, господи, типа земля взорвалась, стена взорвалась, и оттуда полезли какие-то ебаки. Да. Бах. Ах ты! Тут же стесняшка. Няшка, стесняшка, ты где? Давай посмотрим на него. А, блин, уборщица здесь, ладно, не буду. Не буду на тебя смотреть. А, вон он. Обучаю, как надо действовать с няшками-стесняшками. Хоп. Няшка-стесняшка, тебя здесь нет. Отлично. Все, видишь, это не трудно. Блэд, я не туда пришел. Няшка-стесняшка, мне придется тебя опять научить. Хорошо. Все нормально. Минус няшка-стесняшка. Я только что-то слышал. Показалось, наверное, показалось. Вот, вот как надо взаимодействовать с няшками-стесняшками. Если няшка-стесняшка есть, ты просто обходишь мимо. Так, я знаю, что мне надо направо для того, чтобы пойти туда. Но я хочу пойти и посмотреть, что будет, если я дойду до выхода. Мне тупо любопытно. Тупо любопытно. Потому что, по идее, раньше нам мешал роботун. Ой, здорово. Хочешь услышать гимн? Слушай гимн. Здорово. Вы слышите гимн? Я не знаю, вы слышите его или нет. Я снял наушники, чтобы не мучить свои уши. Есть гимн? А, он не врубил гимн? Ты чё? Обычно он врубает гимн. Ну ладно, он не захотел. Его зовут Эрик или что-то такое. Феню поймали. О, вот он выход. Гейт Б. Ворота Б. Сука! Ладно, не работает. Ясно. Ясно, понятно. А, короче говоря, без вот этого челика оно вообще не работает. Эрик. Блядь! Блядь! Извините, я бы... Извини, прервался. Пойдем дальше. Эрик! Все, иди ты в жопу, короче. Короче, иди в жопу. Опять уборщица, да сколько вас здесь можно-то? Мне сюда. Хоп, хей, ла-ла-лей, налево я иду. Хоп, хей, ла-ла-лей, врубай. Хоп, хей, ла-ла-лей. Здравствуйте, уточка. Угу, кря-кря-кря-кря. Так, вот эта шняга не нужна. Эрик ничего не сделал, но я просто испугался. Я просто испугался его наличия. Ну прикинь, на тебя такая говняшка выезжает. Ну это типа стрёмно. Все, закрылись. Сосна. Все, я в свободе. Так, обратно. Побежали. А, нет, стоп. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Мы в следующей серии пойдем обратно. И да, пока что на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.